ваш номер. Официальные лыжни России. Спасибо. До свидания. До свидания. После регистрации на старт 14-летний Антон в лыжне России участвует не в первый раз, но признается, в этом году соревнование особенное. Непривычно. Обычно стартует там 1000 человек и такой муравейник. А тут один едешь, трасса почти пустая. Непривычно. А как-то это сказывается на результате, на твоем? То есть хуже, лучше ездишь? Ну, наверное, будет похуже, когда соперников не видно, они... Не ощущается, насколько ты хорошо едешь или медленно, неясно. Кого только на лыжне не встретишь, лихо пролетают по снегу люди всех возрастов. И самые маленькие ребята, и ветераны спорта. Если вы не спортсмен, но тоже хотите стать частью этого захватывающего события, вам необходимо пройти на лыжах всего лишь 2 километра. Приятный приз за участие обеспечен. Уже сейчас трассы подготовлены и размечены. Красными фишками отмечена дистанция 2 километра и синими фишками размечена дистанция 5 километров. Соответственно, если вы проходите дистанцию в 10 километров, вы просто проходите 2 круга. Дистанцию в 5 и 10 километров участники проходят на время. В 5 километрах на лыжах проезжают ребята, которым еще не исполнилось 18 лет. А вот 10 километров – все, кто постарше. Ну а я решила воспользоваться случаем и тоже пройти дистанцию. Сегодня это 2 километра. Ну а если вы хотите пройти 5 и 10 километров на время, то вас ждут в эти выходные в Стрижах и Новожилово. Это будет последняя возможность побороться на результат. Ну а мне рекорды не важны, главное участие. Так что я поехала. Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин. Новости техникамер.